Привет всем, добро пожаловать, это The Only Traitor, DLC к игре The Final Station. Что ж, прибыли мы в темное место. Там виднеются какие-то заводы, какие-то поселения. Может быть... Так, дверца. Тут знак какой-то, то ли что. Постойте, там... А, это окно сквозное, я думаю, там кто-то прошел, как будто бы тень такая. О, как... Эй, есть кто живой? Молчат пока. Так. Лифтецкий, лифт сломан. Ну, пойдешь пешком, значит, раз лифт сломан. Кто-то что-то пил. Помещение зачетное, скажу я вам. Так. Ага. Этих мы видим, этих мы знаем. Много заключенных осталось? Нет, в основном это ветераны первого посещения, многим из них уже за сотню лет. Думаю, мы скоро освободим все камеры, пара лет максимум. Лучше ускорить этот процесс, совету больше не нужна эта тюрьма. Плавно готовься к закрытию. Тюрьма. Интересно. Так, ладно. Ребята там сами с собой. А, он застревает, он не может пройти. Вот это вот косячок. Вот это косич. О, ты теперь можешь выйти? Обалдеть. Он просто просочился. Неожиданный ход. Неожиданный ход, согласен. Это что за белая фигня? Так, стекло. Лады. Лады, лады, лады. Угу. Ау. Ну, иди сюда, сморчок. Ты убегаешь, боишься? Я тебя догоню. Вот она тюрьма. Кстати, не та ли это тюрьма, где мы были как раз-таки Final Station? Старые книги, барахляндия всякая. Так, X1, первый этаж. Угу. Быстро. Оу. Тяжелая артиллерия пожаловала. Давненько не играли, вот прям захотелось поиграть. Тюрьма. Ну, тюрьма, а ты как хотел-то? Ах ты ж сволочь. Ах ты сволочь, смотрите, здесь уже вот рисунки как раз-таки то ли сектантов, то ли что. Ну, судя по всему, то есть похоже очень, да? Как в прошлой серии у нас было. Так. Па-па-па-па-па. Угу. Вот на это и расчет был. А тут еще что? Ну, какая-нибудь камерка скрытая или комната пыток, вот судя по орудиям на стене и клеточек. N12. Пришел приказ прекратить пытки. Замуровать заключенного вместе со всем его барахлом. Эту камеру больше не использовать. По исполнению доложить мне лично. Только кто это писал, опять же, неизвестно. Ух ты, ёк. Я ж напугался. Дорогой Адам, вы с кузнецом последний, на кого я могу положиться. Завтра я буду мертв. Остальные члены совета решили от меня избавиться. Я знал, что этот момент настанет. Все, чего я хотел, лишь выиграть немного времени для всех нас. Закончить стражу, закончить стену. Теперь со страной они могут делать все, что хотят. Прошу, не подведи меня, Вермонт Ви. Вот такие пирожки. Кузнец. Кузнеца мы помним прекрасно по Final Station. Ну, правительству всегда проще кого-то слить, чтобы потом свалить на либо потусторонние силы, либо на какие-нибудь последствия чего-либо. Свободен. Так, патроны есть, можно смело распоряжаться, стрелять, выстреливать. Наручники. 3 бакса. Так. Ага, ну иди сюда. Самый пылающий, иди сюда. Я... Ай! Не рассчитал. Не рассчитал. Мой косяк. Строгий косяк, вообще. Я расстроен. Ну ладно, нормально. Тупик. Одежда. Так, тупик не тупик, погоди. Нам нужна вода, еда и топливо. Это основное. Дальше будет видно. Еще сверху есть путь. Дорожка. Привет. Бита хороша, конечно. А вот этих чертей с бронью вообще никак не возьмешь. Чем-то напоминает Inside еще тоже. Вот. Такая обстановка.
Музыка. Что это было? Может быть, что-то я там пропустил? Нет. Не. Так. Привет. Пока. Черных выдают только глаза. А так они все сливаются. Уверен, что стоит подвал на ключ запирать? Почему нет? Вдруг бунт, и нам нужны будут патроны. У меня ключ есть. Я знаю, только ты на самом верху с ним сидишь. Это да. Зараза, да что ж такое-то? Как их по красоте вообще убирать? Это вот сложно, это сложно. Пусто. Так, балкончик. Ну, вот тебя я жахну. Раз ты самый умный. Угу. Так, пока вы будете бросаться, плеваться, я уже разберусь вот таким образом. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, не бойся. Я тебя не трону. Только поглажу немножко. Все, свободен. Так, ну патроны быстро уходят. Все-таки быстро уходят. Как ни крути. Так, кто-то был. Данные удалены. Угу. Хм. Вот и я тоже. Хм. Вот этого быстро хорошо убрали. Иди сюда, мой хороший. Ползи. Ползи, родной, ползи. Так. Отлично. Записок никаких нет. Ничего прочесть не можем пока. Ну и ладно. Эй! Так и думал. Вот так и думал. Вот чуял. Неспроста. Неспроста все это. Таблетки. Еда. Так, бачки, очки. Патрон для пистолета, наручники. Ну, неплохо. Угу. Ой, блин. Дерзота. Здесь стало больше внезапных моментов. Прошло... А, прошлого начальника давно нет. На пенсию ушел? По-моему, он рехнулся просто, его убрали. В смысле? Да в прямом, бормотал что-то себе под нос, что за ним придет кто-то. Странно, работа у него спокойная, сиди да бумажки разгребай. Вот и я говорю. Ну, значит, неспроста. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ получили. Тут прожекторы светят. Все-таки здесь были недавно совсем люди. Кто-то что-то мутил и крутил. Хорошо. Мы это учтем на будущее. Ага. Так, давай. Одежда, монеты. Так, еще сверху. Кстати, да, я все-таки вспомнил и пересмотрел, что я некоторые места пропустил. Но я думаю, что это не сильно критично, как мне кажется, да? Я думаю, что сюжет, ну, здесь никак не перевернется, если, например, пропущу некоторые места, некоторые комнатки какие-нибудь. Хотя основное ведь я собираю. А это самое главное. Так, еще у нас наверху есть путь. Надо не забыть, что наверху тоже есть путь. Ноги болят. Ну, правильно в город-то бродить. Не так-то просто. Тяжело. О, лестница была. Лестницу все убрали. Кислотник. Кислотник, кислотник, кислотник. Стоять. Молодец. А здесь спуститься можно? Мало ли, вдруг так быстро. Так, здесь снова. Что это было сейчас такое? Угу. Вот оно что. Секреты наручники. Какое-то интересное место. Подгодите, а как это сделал я? Косячок небольшой. О. Здорово, здорово, здорово. Заберем. Сволочь. Так, здесь денечки коротали. Оно и понятно. Деньги собираю, собираю, а тратить пока негде. Надеюсь, что в скором времени мы сможем их все-таки потратить. Обидно не тратить деньги. Ты собираешь, собираешь, а толку-то? Конечно, у того товарища...
Зря. Я-то думал, что он будет агра-агра-агра, а он оказался нет. Не агра-агра-агра. Иди сюда, мой хороший. Сейчас я тебя огрею. Поступили данные о сейсмической нестабильности на предстоящей неделе. Передай персоналу, чтобы были внимательны. Старайся никого не посылать на вышку. Ричард Л. Угу. Сейсмическая активность, скорее всего, связана как раз-таки либо с посещением, либо все-таки с какими-то замутками от государства. Привет. Пока. Стеклышко. Вот собаки лают, а где они? Было бы интересно, если бы еще собак можно было где-то увидеть. Ну, естественно. Не удивили, не удивили, скажу я вам. Не удивили. Уже предсказуемо. Таблетки, виски. Угу. Бродим, бродим и бродим, да? Наверху у нас путь остался, сейчас посмотрим. Угу. Так. Предположим. Так, ежи противотанковые. Здесь я ну никак не проберусь. И есть у нас вот что, бункер. Не, мне нравится то, что карты стали гораздо больше. В этом точно есть плюс, это точно прям. Свидание. Удачи, счастья. Благополучие в семейной жизни. Да. Ладно, ладно, ладно. Справились. Патроны, конечно, тратим. Не хотелось бы так сильно прям тратить часто их, но ничего не попишешь. Так, я уже готов. Я уже готов нападать. Привет. О, ты обалдел, серьезно? Так, кто там еще кто-то бродил? Завод? Или что это, скрытый какой-то завод? Танковый? Или это нет? Это просто помещение какое-то с какой-то боевой техникой. Так, водичку нашли. Отлично. Остается еще топливо. Пусто. Пустовато, пустовато. Мне придется повторить свой прошлый ответ. Существует только один человек, чьим приказом мы подчиняемся. Этот человек Вермонт Уайт. Поэтому я вынужден в очередной раз отказать администрации президента и ему лично в любых указаниях. Вы же понимаете, что это глупо. Вермонт Уайт пропал без вести десятилетия назад. Просто сдайте оружие, и мы обсудим все мирно. Мне придется повторить свой прошлый ответ. Существует только один человек, чьим приказом мы подчиняемся. Этот человек Вермонт Уайт. Поэтому я вынужден в очередной раз отказать вам. А, противостояние. Это всегда интересно. Ого, вот именно что ого. Похоже, логотип как Уэйланд Ютани наподобие. Поступили данные, что стража готовит к запуску. Подними весь состав, наша работа начинается. Так точно. Повторяю основную задачу. Четко отслеживайте местоположение стражи и характер его действий. При первом же отклонении от указанного курса запускайте обезвреживающий снаряд. А, вот кто подорвал стражи-то. Он не просто так сломался. Там было все хорошо, с синхронизацией, с нервными нейронными окончаниями, различными вещами. Все это было в порядке. Просто видите, запустили обезвреживающий заряд, снаряд и до свидания, мой маленький летающий друг. О, а чего ж так много-то вот здесь? Ладно, сюда я приду попозже. Сейчас я сгоняю туда, посмотрю, что там. Если вдруг, мало ли. Ой, зачем я это сделал? Ну ладно. Не ту кнопку нажал, хорошо. Хотел сделать одну, в итоге сделал совершенно другую. Привет, ты туда не пойдешь, я тебя знаю. О, привет. Здравствуй. Как ты попал сюда? Через люк. Я еду в убежище на запад. Ты как? Так, засекречено, засекречено. Боб Кросс, пивовар. Инженерия, медицина, общительность. Он не очень общительный, но может что-то крафтить. Давайте попробуем взять все-таки этого товарища. Пивовар пускай здесь посидит. Здесь место неплохое. Можно прожить, можно выжить. Та, ё-моё. Лалычи, лалычи, кругом ла... Ничего себе он меня потрепал. Пушка, смотрите, отстреливали. Отстреливали кого-то активно. Да ёкалэмэнэ, что ж такое-то? Чё за гадство?
уходи отсюда. Ёлки-палки, как все заморочено. Я, походу, не выживу сейчас. Я не доживу. Понимаете, я не доживу просто-напросто. Так, отлично. Это, получается, у нас выход. Постой, постой, не ползи пока никуда. Это, получается, выход. Ага. Забор. Нет, отнюдь. Так. Ладно. Как все затянуто. Прям-таки, ух. Пойду все-таки схожу туда. А птичек нет. Это печально. Во всей тюрьме, во всем комплексе, каком-то оружейном, нифигашеньки вообще нет. Это не серьезно, это не честно. Это несправедливо. Так, лады. Все-таки я попробую. Рискну, конечно, не знаю, чем это все закончится, но... Я не знаю, честное слово. Опа, вот я об этом и говорил. Проникнуть сюда сложно. Сложнее, чем в любое другое место. О, мама мия. Как-то надо все это быстро сделать. Но с таким здоровьем и с таким оружием, то есть не так уж и много у меня патронов. Ну и быстро рвут меня. Один плевок и до свидания. Если их как-то заманить, оставить только жестянчиков вдвоем. То еще куда ни шло. Ну или проскочить в дверь каким-то образом, вот таким макаром. Опаньки! Во, аптечка. Спасибо, как раз вовремя. Я прям как... Фиг знает кто вообще. Как труп уже наполовину. Идите сюда, молодцы. Красавчики мои хорошие. Вот, а ты-то куда бежишь? Конечно, куда ж без тебя-то, друг ты мой сердечный. Иди отсюда, понял? Так, хорошо. Здесь я ничего найти, наверное, не смогу. Патрон для пистолета и порох для крафта. Отлично. Однако. Вот сейчас сработали хорошо. То есть, вовремя все сделали. Получилось очень так неплохо. С этими-то проще всего разбираться. Они бестолковые. Я понял. Так. Какие-то большие мониторы. Эту штуку можно взять? Да. На всякий пожарный возьму монитор. Пойду и кого-нибудь шибану сейчас. Если кто-то вообще здесь будет. Ага. Впустую шандарахнул. Так, и здесь пустенько. Сигареты, одежда. Все, я понял. Хорошо. Это мы сделали. Будем надеяться, что будет достаточно у нас ресурсов, чтобы накрафтить себе патронов. Боезапас нужен прям такой стабильный, солидный. Хорошо, хорошо. Ежи. Тишина. Так, где мы там выползем? Ага. Хорошо, то хорошо. А здесь, получается, вообще ничего нет, кроме моего автомобиля, да? Да, здесь полный тупичок. Угу. Вот, 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 вот. Мы пришли туда, куда и следовало нам прийти. Мы не ходили в одно место сверху. Вот оно. Да, 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 да. Пошел вон, понял? В надежде отыскать что-нибудь интересное, все-таки сюда стоит прийти. Да. Патрон для пистолета. Ну, вот и плюс, вот и плюс. Так, все, пора смываться отсюда. Все взяли. Обо всем прочли. Все, что надо, выяснили. Пора и честь знать. Ну, брат, поехали. С новым попутчиком. Пора в путь.
Засекреченный какой, а? И разговаривать-то не особо хочется. Спасибо, что взяли с собой. Да, без проблем. Мне нужны попутчики. Так ты... Я не могу ничего рассказать вам, сэр. Да брось. Никто не узнает, все твое начальство мертво и так. Прости. Боюсь, вы меня неверно поняли, сэр. Наш отряд создан именно с подобным расчетом. Мы выполняем свой долг вне зависимости от ситуации. Угу. И как ты его теперь выполняешь? Разве ты не бежишь со мной из этого бункера? Я не бегу. Мое руководство погибло, я волен покинуть оборонительный бункер. И действовать самостоятельно. На мою глобальную миссию это не влияет. Миссию? И ты мне ее не назовешь? Нет, сэр. Понятно. Да уж. Значит, это и есть полк Вермонда. Жаль. Я многое у тебя хотел узнать. Угу. Там городок впереди. Думаю остановиться, проверить, что там. Ясно. Вот сволочь какая, так и думал я. Сволочь. Так, давайте посмотрим. Патрики можем. Ну, не так уж и много мы можем. Вот пара птичек было бы неплохо. Так, что еще? Все, здесь больше ничего мы сделать не можем. Лечение можем еще применить. Максимум все, что мы можем. Хорошо, едем, скажу я вам. Так, ну, наверное, все. Пора ехать дальше. Вперед. Доезжаем. Какой-то городочек там впереди. Хочет остановиться и посмотреть, что же там будет все-таки. Вот сволочь засекреченная, ничего не хочет сказать. Все мертвы, но какую-то основную цель он, какую-то миссию выполняет. Это, конечно, похвально, но... Раз уж ты взялся, попросился, как говорят... Хотя нет, это же мы его попросили. Ну, не суть важно. Что ж, друзья, на этом я предлагаю серию закончить по техническим причинам. Все уже об этом знают. Что ж, до новых встреч в Final Station и DLC The Only Traitor. Один единственный предатель. Все, пока.